Неделю тому назад я обнаружил, что у дома, находящегося на перекрестке улиц Московской и Суворова, демонтирована кровля. Этот дом долгое время стоял пустой, и мне интересно было ознакомиться с проектом его реконструкции. Казалось бы, есть повод для радости. Красивое историческое здание наконец будет восстановлено. Но, к сожалению, проекта я не обнаружил, а рабочие не смогли толком пояснить, что здесь появится и как здание будет выглядеть в будущем. Прораба на месте не оказалось, и я решил самостоятельно посмотреть дом изнутри. Я увидел, что старые стены и перекрытия отсутствуют, а вместо них внутри старой коробки возводится бетонная конструкция. Позже я ознакомился с информацией из реестра памятников и узнал, что соседний дом номер 60 по улице Суворова, где размещалась милиция, является объектом культурного наследия регионального значения. Также мне удалось выяснить, что для этого памятника разработан проект зон охраны. Постановление правительства Пензенской области номер 74 от 2019 года прямо запрещает возводить новостройки на этом месте. Реконструкция старых зданий при этом разрешается, но без изменения параметров, то есть высоты, этажности, площади и объема. Несмотря на отсутствие проекта, без которого трудно судить об окончательном облике дома, уже сейчас мы можем наблюдать увеличение этажности 56-го дома как минимум на один этаж. И, к большому сожалению, утрачена часть фасада углового дома и, возможно, будут растесаны окна. Вызывает опасение, что если строительные работы не будут остановлены, исторический облик домов на улице Суворова 56 и Московской 105 будет утрачен навсегда. Мы не можем допустить этого и призываем собственника добровольно остановить работы, разработать проект реконструкции обоих домов с сохранением их исторического облика. А органы власти призываем обеспечить выполнение закона об объектах культурного наследия.